Сегодня стало известно, что российские спортсмены, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке потенциальных участников зимней Олимпиады. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России. Там отметили, что Шипулин и Устюгов не являлись фигурантами расследования комиссии Асельда и не были замешаны в допинговых скандалах. Тем не менее, их нет в списке возможных участников игр в Пхёнчхане. Эту информацию уже прокомментировали в Кремле. Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Ну, действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты. Вот. Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОКом осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами. В списке потенциальных участников также отсутствует шорт-трекист Виктор Анн, отметили в ОКР. Накануне СМИ сообщили, что шестикратного олимпийского чемпиона, вероятно, отстранят от соревнований. В понедельник в Женеве начались слушания по делам 39 российских спортсменов, которые оспаривают пожизненное отстранение от Олимпийских игр. Они продлятся до 27 января. В ходе первого заседания показания по видеосвязи дал информатор ВАДА Григорий Родченков. Сообщается, что российским спортсменам задать ему вопросы не позволили.